Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 17 по 28 ноября. Ну что, поехали? И первое, на что я обращу внимание, это распродажа. В течение всего Форзафона будут действовать скидки на покупку любого автомобиля. Скидка будет в размере 30%, а мы переходим к испытаниям. За первое испытание можно заработать 90 тысяч кредитов. Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории фургоны и внедорожники. Чтобы выполнить это испытание, необходимо создать совместную компанию, либо присоединиться к сессии. Ну а для того, чтобы получить награду, вам необходимо завершить совместную гонку. Для второго испытания вам понадобится автомобиль категории машины GT. Необходимо просто продемонстрировать 20 раз технику в воздух. Чтобы ее выполнить, достаточно просто покататься по холмистой местности. Чтобы выполнить следующее испытание, необходимо продемонстрировать технику ландшафтный дизайн 30 раз. Для того, чтобы выполнить эту технику, необходимо разрушать объекты в быстрой последовательности. Говоря простым языком, просто выезжайте в поле с заборами и лесом и ломайте все подряд. Ну а награда за данное испытание будет Bentley Continental Super Sport, а также Porsche 944 Turbo. Ну а на этом все. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новое видео, и поддержи лайком. Всем спасибо за просмотр и удачи с выполнением заданий.